Всем привет! Декоративный мостик можно назвать центральной фигурой любого ландшафтного дизайна. Его основная функция – это соединение двух противоположных берегов, обеспечение передвижения над водой и, конечно же, декор пространства. Вы видите декоративный мостик из новой коллекции, покрашенный под бронзу. И, кстати, декоративные фигурки тоже можно подобрать в комплект. А еще в ассортименте есть новый вариант покраски – зеленая патина. Здесь настил из ДПК. Он более надежный, практичный и влагостойкий. А вот этот мостик является хитом продаж, но в этом году мы его немного изменили. Мы его сделали длиннее, покрасили в новый цвет и сделали настил из ДПК вместо дерева. И еще одна самая популярная модель среди мостиков – это вот такая модель с декором в виде быка. Это символ этого года, с деревянным настилом и покраской в черное с золотом. И мы решили повторить модель, только немного изменили декор. Следующий год – Тигра 2022. Мы повторили деревянный настил, ту же покраску, но добавили вот такой декор. Все мостики от интернет-магазина Hitsad разборные, в том числе и символами года. Они компактно упаковываются перед отправкой, и вы самостоятельно можете привезти мостик на свою дачу.